Всем привет, сейчас с вами новый влог. Просто посмотрите, как у нас сегодня на улице снежно. Я даже не ожидала, что у нас выпадет снег и будет прям вот лежать. Зашли слезы на Вамперс, поэтому ждите распаковочку. У нас такие качели во дворе вообще беспонтовые, видите, они как бы не для малышей. И ее вообще неудобно здесь качать. Все, покатили коляску. Покатили. Знаете, почему был рев? Потому что она хотела сесть в коляску. Это просто что-то новенькое. Ты кому машешь привет? Там никого нету. Короче, девочки, после года прогулки реально стали вообще кайфовые. А точнее, даже не после года, а вот именно с тем, что она уже научилась прям хорошо ходить. Ее можно отпустить, она, в принципе, нормально пойдет. Поэтому теперь гулять просто вообще одно удовольствие с ней. Я уже даже представляю, мне кажется, как мы летом будем с ней целыми днями просто на улице находиться. Так, дурацкий снег, господи боже. Ну что, начнем распаковывать с вами мои заказики. Я... вообще просто обожаю на самом деле это делать. Это прям какая-то отдельная медитация для меня. Я знаю, естественно, что здесь лежит, но каждый раз я прям пищу от радости, когда вскрываю какую-то новую вещь. Поэтому давайте начнем с вами. Это такая лопаточка, заказала Лизе, она была вообще по скидке всего лишь 99 рублей. Так, и значит, что я не взяла с собой ножницы. Вообще, я решила заказать Лизе игрушки на улицу, потому что мы недавно гуляли с Лизой в парке, и там были практически все дети с какими-то уличными игрушками. Я даже, честно говоря, как-то не задумывалась об этом. Я знала, что летом надо будет купить какой-то набор в песочницу, это логично, но вот какие-то игрушки на улице вот сейчас, весной, я даже не думала, что что-то там детям надо. И самый прикол в том, что Лиза видит вот эти вот игрушки у чужих детей, и она к ним подходит и как будто бы хочет отобрать. Поэтому однозначно было принято решение взять Лизе какие-то игрушки на улицу. Взяла ей такую лопаточку. Не знаю, вообще нужна она ей или нет. Но, в принципе, почему бы и нет? В песочнице можно ей играть. Или вот сейчас у нас выпал снег. Не знаю, надолго ли он у нас или нет. Но, в общем, вообще прикольно. И цена 90 рублей. 99, по-моему. Следующая вещь. Я взяла вот такую вот стрекозу. Сейчас открою, вам покажу. Вообще, после вот той прогулки, про которую я вам только что рассказала, я написала в своем телеграм-канале. Спросила у девочек, вообще, какие игрушки стоит купить ребенку на улицу. Потому что я реально что-то как-то даже не задумывалась об этом. Мне написали, что вот такая вот каталка. У нас есть такая, но она без фигурки. Она как бы там такой шарик. Я вам попозже покажу ее. И она как-то не очень такая интересная. Я хотела именно вот такую. Смотрите, какая красная. Типа, получается, она ее будет катить. И перышки, смотрите, вверх-вниз вообще... прикольно. Мне написали девочки, что можно купить такую каталку, можно купить ветерок. Если вам надо, я могу вам скинуть ссылку, напишите в комментариях. Что еще? Мыльные пузыри. Тоже вот я заказала набор в песочницу, естественно. И вот какая-то лопаточка. Что-то еще, только я уже не помню, что, конечно. Ладно, пока что купила две игрушки. И еще набор в песочницу нам идет. Где-то он задерживается. Так, следующие две вещи. Это мне лонгслив. Я поняла, что у меня как-то очень мало таких вот легких вещей на весну, на лето, поэтому надо срочно заказывать. Взяла такой цвет, мой любимый, бежевый, коричневый, молочный, прям вообще обожаю эти цвета, не думаю, в последнее время особенно. Надеюсь, что, кстати, по размерчику, потому что это какой-то 44-й, что ли, размер. Я, кстати, после беременности, после родов я ношу 46-й, я никак не могу вернуться в 42-й, и вообще у меня некоторые вещи были вообще XS до беременности, 42-44, а сейчас я ношу 46, и я просто в шоке, и мне очень некомфортно на самом деле в таком теле, поэтому надо будет, я думаю, скоро возвращаться. В общем, такой лонгслив мне нравится, в принципе, прикольный, надеюсь, что я в него влезу, потому что вот так вот я смотрю, что-то какой-то он немножечко маловат. Взяла себе штанишки. Я просто обожаю широкие штаны. У меня даже домашние и то широкие штаны. Потому что в них комфортно, они не загибаются. И как бы спокойно идешь, и все вообще прекрасно. Поэтому я взяла себе еще одни такие штаны. Клёш. Клёш, не клёш. Не знаю, как они называются. Просто широкие я их называю. Вот, значит, это тоже, блин, 46 размер. Но я что-то не знаю, теперь налезут они на меня или нет. Какие-то они прям очень, очень какие-то они тугие, мне кажется. Надеюсь, что они мне как раз будут.
Вот, единственное, что цвет, кстати говоря, я думала, что он будет такой прям молочный, а это прям какой-то персико-пудровый какой-то вот в жизни, не знаю, как на камере. Ну, что-то немножко не тот цвет. Но, в принципе, все равно подходит. Я думала, что буду носить вот так, но мне как-то не очень нравится сочетание. Ну, ладно, посмотрим. Если что, ставлю где-то вот здесь вот будет видео на мне, как смотрится. И последнее, то, что очень давно нам надо было, это швабра взяла. В этот раз швабру с распылителем. У нас еще никогда в жизни не было такой швабры. Я даже не знаю вообще, что это за швабра такая. Очень хотела ее попробовать, потому что отзывы были все прям вообще все хорошие. Я подумала, что надо брать. У меня раньше была швабра, знаете, которая с автоматическим отжимом, или как она называется. И у меня было две такие швабры, и они все очень быстро ломаются. Одна была дешевая, другая чуть-чуть подороже, но в любом случае они все сломались. Поэтому они мне надоели, и я решила взять такую попробовать. Так, сейчас надо ее как-то собрать. Вообще так не люблю вот эту вот всю сборку. Получается, в комплекте швабра сама. Подарочек положили, какую-то тряпочку. И сколько здесь насадок, мне интересно, тряпочек этих. 3, 4, 5 тряпочек, получается, будут. Прикольно. Так, лист там уже долбится, нет? Ладно, сейчас соберу и покажу вам. Я теперь хочу разобраться, как наливать сюда воду, потому что пока я вообще ничего не понимаю. И хочу наконец-то попробовать помыть ей полы. Мы хотели сейчас идти гулять, время без 24, но Даня сказал, что будем в 4 часа, потому что у него там по работе еще какие-то моменты надо решить. Поэтому мы сейчас с вами разберемся, как наливать сюда воду. И, наверное, даже успеем помыть хотя бы одну комнату. Мне очень интересно прям вообще. Так, ну что, мое мнение по поводу этой швабры. Спустя, не знаю, минут 5 ее использования, грязь, какие-то волосы. Короче, это не то, что я, конечно, хотела. Наверное, лучше надо было купить швабру с ветром, вот, которая автоматическая у меня была. Только какую-то чуть более покачественнее, что ли, чем я брала в те разы. Это, знаете, такая швабра, чтобы ее не на постоянке использовать, да, не каждый день полы ей мыть, а вот чтобы что-то затереть. Как-то вот так, в общем, не знаю. Может, я как-то неправильно ее использую. Если у вас есть такая, напишите в комментариях, нравится вам она или нет, и как вообще ей пользоваться. Потому что, ну, пока мне не очень понравилось. Не знаю, попробую еще на днях, может быть, зайдет. Потом через какое-то время оставлю вам отзыв о ней еще раз. Ты что меня закрываешь? Вот так. Восторга не произошло, к сожалению. Так, девочки, мы второй раз на прогулку. Взяли в этот раз с собой лопату. Лиз теперь ходит, как этот, как копатель онлайн. Ну, кстати, сидите, тут дырка. Видите, так выпирает даже на комбезе. Я чуть-чуть никак не могу зашить. Ой, смотрите, какая дыра у тебя. Я все время забываю про эту дырку, потому что мы чаще всего домой приходим и сразу же спать ложимся. Мы потому что гуляем прямо перед нами. И все, я забываю. Вечером уже что-то нет времени зашивать. Надо не забыть в этот раз. Пока у меня там Даня с Лизой гуляют, я хоть немножечко с вами поболтаем. Короче, прикиньте, сегодня Лиза вообще не стала ничего есть на завтрак. Она прям даже за стол садиться не захотела. То есть прям сразу такое лицо сделала и все. Не стала есть. Ходила голодная все утро. Только вот в обед, кстати, вообще нормально поела. Я, знаете, что заметила? Что Лиза, она прям копия Дани. Вот вообще копия. Она внешне на него похожа и по характеру тоже на него похожа. Как будто бы вообще его отражение полностью. Либо, мне кажется, либо это какие-то магнитные бури у нас сейчас начались, и они оба зависят от погоды, их настроение зависит от погоды, либо они реально настолько похожи. Лиза упала, что ли? Почему я так говорю? Потому что если Даня просыпается с плохим настроением, что у них там происходит, то у Лизы тоже плохое настроение. Я вот, например, всегда просыпаюсь с хорошим настроением каждое утро. Единственное, бывают исключения только тогда, когда Лиза реально плохо спит. Ну, таких ночей у нас, в принципе, было мало, но вот когда прям она целую ночь вообще не спит, прям плачет и орет, тогда, конечно, я с утра тоже с не очень хорошим настроением проснусь. Но чаще всего у меня всегда хорошее настроение, особенно с утра, до тех пор, пока мне кто-то не испортит.
Даня, например, он наоборот, он с утра просыпается с плохим настроением. И если он сегодня проснулся с плохим настроением, то Лиза, соответственно, тоже будет с плохим настроением. То есть, если он ходит ворчит, то Лиза будет ходить и плакать. И получается, что у меня тоже портится настроение. И то же самое с завтраками. Даня у меня вообще не завтракает. Я даже как-то выставляла шортс очень давно, еще летом. Типа, как проходит наш день, и когда у мужа выходной. И я там говорила, что муж у меня не завтракает. И мне все начали писать, что вот так нельзя. Я понимаю, что так нельзя, но вот он такой человек. Он не хочет завтракать с утра. Ему просто не лезет даже кусок в горло. А я, наоборот, человек, который любит покушать. Особенно с утра. Я прям, я не могу, если я не поем, мне прям станет плохо. Лиза, вот глядя на него, тоже не ест. Я не понимаю вообще, как это у них работает. И вот сегодня, именно тот день, когда Даня проснулся с не очень хорошим настроением, и когда он не стал есть. И, соответственно, Лиза такая же. Господи. Но сейчас, кстати, вроде у нее нормальное настроение. Ей прям нравится так гулять на улице, да? Если бы мы дома сидели, мне кажется, она бы ворчала, да, Дань? Да. А если мы на улице гуляем, все, бодрство у нее вообще прям редко вообще, когда плачет. Плачет только тогда, когда вот хочет уже в коляску сесть или, не знаю, хочет куда-то пойти в другое место. Смена, короче, обстановка какая-то ей нужна все равно. Мы, кстати, ждем еду. Вот у нас какое-то новое кафе открылось, В-кафе. Не знаю, что это за кафе такое, вот первый раз я там буду кушать. Взяли с собой домой на ужин, потому что у нас сегодня на обед и на ужин одно и то же. Мы что-то хотим разнообразие какое-то. Надеюсь, будет вкусно. Вроде как в чате дома пишут, что кто-то говорит вкусно, кто-то говорит нет. Попробуем и мы. Мы взяли себе по оливье. Вот это вот 170 грамм. Выглядит прям вообще как две ложки. Я думала, честно говоря, что побольше будет. Ну ладно. И по солянке. Ой, такой горячий, капец. Сейчас покушаем и будем ложиться с этим карапузом спать. Время у нас 7:00. Последний раз, кажется, оливье ела. Еще до Нового года. А ты не помнишь, у нас был Новый год оливье? Конечно. По-моему, нет. А, да, точно. Я что, Новый год последний раз не ела? Вкусно? Ну да. Ты будешь супик кушать? Да, супик покушай. А вот так будешь? Что за приколы у нее? Ты почему не ешь из ложки? Я понять не могу. Видишь? Хорошо, а вот так будешь? О, господи. Ты видишь, что я снимаю? Так, мы пришли в магазин детский. Нам надо выбрать Лизе щетку. Вообще, я каждый месяц меняю ее щетки. У нее она уже вся обшарпанная, потому что, блин, тут, кстати, нету нашей щетки. Я, кстати, здесь покупала в этом магазине. По поводу щеток я стараюсь выбирать Лизе прям максимально похожую щетку на взрослую. То есть не вот такую какую-то детскую, да, там с динозавриками всякими, вот такое. А вот прям вот что-то типа такой. Здесь она видит с 4 лет. Так, мы найдем, значит, щеточку подходящую. Я вам покажу, что мы выбрали. Я нашла вот такую локалют. В принципе, мне она нравится. Написано, что она вот до 4 лет, от 0 до 4. А еще, кстати, вот наша щетка. У нас такая была. Но я что-то не хочу ее брать. В этот раз мне кажется, что у нее вот эти вот ворсинки очень быстро начинают выпадать. Попробуем в этот раз вот эту. Пойдем на площадку, ладно? Устала. Лиза на любимое занятие. Лиза жарит ключи. Лиза, это что такое? Чем занимаетесь? Блинные. Блинные? Это вкусно будет? Да ты вот так сделай. Конфетка, шоколадка. Представлю, нет, никому не понятно. Ну нет, понятно. Блин, я вообще так рада, что у нас появилась вот эта вот вещь. Башня помощника, согласись, что так намного удобнее, да? Да. Только ворует все лишнее. Ну зато можно теперь ее вовлекать в готовку. Правда, она все ест, пробует на вкус, но как без этого, согласись? Ты ей дай венчик, чтобы она тоже мешала, а не руки туда сувала. Подожди, я должен вкус засыпать, это будет самое интересное. Ой, это же я. Лиз, смотри. Мука, мука там. Все правильно, так и надо.
Смотри, сейчас мука будет прямо во все стороны лететь. Давай. Хоба, берись ручкой. Берись. Ну ты вообще помощница прям. Тебе нравится готовить с папой? А тебе как? Нормально. Лиза, это твои первые блины? Блин, девочки, я на самом деле так рада, что у меня Даня работает на удаленке. Вот я вот просто сейчас сижу, вспоминаю вот эти вот первые месяцы после рождения. Даже не то, что первые месяцы, а вот именно до 8 месяцев. По-моему, с 8 месяцев Лизы, с 9 как раз-таки Даня вышел на удаленку. И вспоминаю вот этот период, когда Даня был на работе с утра до вечера, приходил домой, гулял с собакой, и как бы все, уже пора спать. Мы там купали Лизу, ужинали и ложились спать. И я прям так радуюсь, что мы с Даней наконец-таки сделали все для того, чтобы мы работали на удаленке, то есть я снимаю влоги, Даня тоже работает удаленно. Это именно то, о чем мы очень долго мечтали. Мы всю жизнь с Даней мечтали работать из дома, работать тогда, когда мы сами этого захотим, а не тогда, когда надо. То есть у Дани сейчас свободный график, он может работать хоть ночью, хоть утром, хоть когда. Ему главное — это выход в интернет и делать свои задачи. Когда он их будет делать, вообще без разницы. Мы еще до рождения Лизы с Даней очень долго не могли понять, как вообще выйти на удаленку, что нужно сделать для того, чтобы работать удаленно из дома. И, наверное, только благодаря Лизе мы как-то саморазвиваемся, идем вперед и не сидим на месте. Потому что если бы не Лиза, возможно, мы бы также и продолжали бы работать на самой обычной работе за 40 тысяч рублей в месяц. На самом деле, у меня очень много начали спрашивать, где работает мой муж, кем он работает, как он вышел на удаленку. Поэтому, девочки, конечно, я не могу оставаться равнодушной к таким комментариям и очень хочу вам помочь, чтобы вы наконец-таки начали уделять время себе, любимой, и своим близким и родным, и наконец-таки работать из дома и тогда, когда вы этого захотите. Сразу скажу, что не все сферы или удаленные профессии какие-то сложные, не все требуют огромных вложений, денег, сил, времени, энергии своей. Не обязательно осваивать какое-то прям IT-направление, как, например, мой муж. Не обязательно быть каким-то дизайнером или даже становиться блогером, потому что я знаю, что на самом деле очень мало людей хотят показывать свою жизнь на показ. Поэтому сейчас очень много других возможностей. Например, можно просто писать тексты для компаний, то есть стать автором-копирайтером и зарабатывать на этом в среднем 70 тысяч рублей, работая дома, удаленно. Не надо даже ходить на работу. Если вы не слышали об этой сфере, то копирайтеры — это люди, которые пишут тексты для каких-то сайтов, компаний, придумывают надписи на кнопках в приложении и даже, например, пишут сценарии вот к таким роликам на YouTube. Такой вариант удаленки реально простой, потому что здесь не нужен какой-то большой опыт в этой сфере, не нужно обладать большим количеством знаний, креативностью, суперграмотности. И самое главное, не нужно тратить годы на обучение в вузе. Нужно просто знать несколько базовых правил коммерческих текстов и понимать, как правильно нужно их писать. Всему этому можно научиться всего лишь за 7 дней с помощью марафона от главного редактора Газпромбанка. Я оставлю на него ссылку в описании под этим видео. На этом марафоне вы узнаете все, кто такие копирайтеры, сколько зарабатывают, как зарабатывают. Напишите свой первый текст, который проверят опытные редакторы и даже оставят вам обратную связь. Ну и, конечно же, сможете понять, подходит ли вообще вам такая профессия или нет. Для моих подписчиков сейчас действует скидка, и марафон по текстам стоит всего лишь 490 рублей. Чтобы в нем поучаствовать, просто перейдите по ссылке, которую я оставила в описании под этим видео. Вот это да! Вот это вкуснятина! Мне кажется, блины — это блюдо, которое я готова есть каждый день. Ты его ешь каждый день? Не каждый, раз в неделю. Ага, 3 раза в неделю минимум. Нет, да. Раз в неделю. 3 раза в неделю. Мы уже так давно не едим с тобой 3 раза в неделю. Даня говорит, что я много кладу фарша в блин. Конечно, это просто будем есть. Жареное мясо, даже вкуса блина-то не будет. Да, вообще это самое оптимальное этот объем фарша в блине. Сегодня. Приглашаю вас перекусить, Елизавета Яворова. Вот такой у нас кожа сегодня получилась. Все, мы будем жевать. Ложок взяла Лизе. А ты сможешь в варежках-то держать его?
Короче, зашли сегодня во Вкусвилл. Мне кажется, мы были во Вкусвилле всего лишь раза два. Три, наверное. Два и были. Нет, летом, когда еще... По-моему, когда я была беременная. Да, мы там покупали всякие сладости, тебе полезные. Да, точно, потому что мне нельзя было сладкое, и мы искали. Я просто, не знаю, минут 30, наверное, читала этот состав. В итоге там, по-моему, только одна пироженка была без сахара, именно вот которую можно при ЗСД. Да, но ты набрала там еще шоколадки без сахара. А, и шоколадки, и точно. И всякие пастилу и прочее. Да, пастилу. А, еще чипсы. Чипсы яблочные. Не знаю, правда, можно их... О, здесь там гав-гав, да, идет? Гав-гав, собачки. Не знаю, правда, можно яблочные чипсы. Не придем в парк, погуляем? Короче, накупили всякой всячины. Вкусной. Ну, немного, конечно, но потом, думаю, приду и сделаю вам распаковочку продуктов. Что-то необычное у меня сегодня будет. У нас сегодня, смотрите, какая погода. Лужи, все растаяло. И одела, короче, Лизе резиновые сапоги. Она, правда, в них не ходит. Я вам говорила в прошлом влоге, что почему-то вот на улице она не очень ходит в резиновых сапогах. Хотя дома вообще спокойно их одевает и ходит. Но как будто бы на улице ей неудобно. Не знаю, попробуем сегодня, если ей понравится. Там, кстати, трактор едет. Далеко, далеко еще он. Вот, если ей понравится, то будем шлепать по лужам, да, дочь? Аж флажок выронила. Трактор. У нас сегодня такой снег, типа липкий, что можно аж снеговика лепить. И вообще нифига не едет коляска по такой дороге. Хотя, кстати, у меня девочки очень часто спрашивали насчет нашей коляски. Кстати, да, наверное, туда расскажу вам в этом влоге про нашу коляску. У нас коляска Olsen Jazz. Мы ее брали под тем критерием, что нам нужна была коляска лицом к маме. То есть нам нужен был именно реверсивный блок. Не просто перекидная ручка, а именно реверсивный блок. И у меня, наверное, каждую неделю точно спрашивают, хотя бы по одному разу, вот именно про нашу коляску. Типа, нормальная, стоит ли брать. Я могу сказать, что стоит, да, Дань? Расскажи про нашу коляску, тебе нравится? Нет. Чё? Нет. Нет? Нам не внешне не нравится. В смысле нет? Я тут, значит, расхваливаю нашу коляску, а ты говоришь нет? Нет, внешне мне не нравится именно красный цвет, он меня уже просто бесит. А так изначально мне он нравился, вот именно красный цвет. Я хотела, чтобы такое яркое, потому что мы брали ее летом. Смотри, что Лиза делает. Мы брали ее летом, и как бы как раз типа яркая коляска на лето. И шасси мне не нравится. Очень объемное. Очень объемное шасси. Очень. Ты помнишь нашу коляску два в одном? Помню. Вот у нас была коляска, когда два в одном. Она была намного объемнее, чем наша. Ну, конечно, но она была с люлькой, а эта-то без люльки. Ну, так... прогулку намного легче. Но это прогулочная, это не трость. Если ты хочешь легкую коляску, бери трость. Нет, есть всякие там Мау, Мун коляски прогулочные, есть, они намного легче. Даже самая, это, даже самая Джулс, она намного меньше. Я не помню Джулс, мы ее в беременности смотрели, я вот сейчас не могу сравнить. Я могу тебе сказать, что Джулс, наверное, меньше, чем наша прогулочная, чем наша два в одном, которая была, именно прогулочный блок, да, она меньше. Но вот эта вообще мне она очень нравится. Вот наша коляска, она маневренная, она... Мне нравится корзина, очень большая у нас корзина. Мне нравится вот эта подставка под ножки, потому что сюда можно что-то положить. Единственное, что мне не нравится... Что мне не нравится? Цвет. Цвет. Мне, кстати, очень нравится вот этот капюшон, потому что он у нас под... Вот, смотрите, какой большой капюшон у нас. Лиза, прости. Ладно, пойдем дальше. Что мне не нравится, я уже не помню. Что-то я вам говорила в телеграме, что мне что-то тут не нравится. Вот мне не хватает, честно говоря, кармашка какого-то еще. То есть если развернуть блок... Подстаканник. А, ну подстаканник, его можно купить. Он просто в комплекте не шел. Вот, если развернуть блок, то мне хотелось бы сзади... Сзади. На капри. На капри. Подожди секунду. Вот здесь, да. Мне хотелось бы какой-то еще кармашек. Но его здесь нет. И окошко сверху. И окошко сверху. Но мне это не принципиально, потому что изначально мы брали коляску именно лицом к маме. Поэтому на эти критерии я не смотрела, что там кармашек какой-то сзади и так далее. Но прям вот не хватает, конечно, да. Ну вообще, мне хотелось бы сумку еще. У нас там рюкзачок внизу, типа мамский. Лиза, ты что, спать хочешь? А когда мы гуляли с коляской два в одном, у нас была сумка, и она у нас висела прямо вот здесь. И мне так нравилось, так удобно, то есть
что какие-то салфетки, бутылочку с водой, все положил и поехал. Но это как бы уже все может докупить, поэтому это тоже не критично. О, Лиз, смотри, сколько птичек. Лиз так любит на птичек смотреть вообще. Но мы сегодня не покормим их, к сожалению. Но мы с собой сейчас ничего не взяли. Надо было в магазине купить хлеб какой-то для гулек. Так что, девочки, по поводу нашей коляски, она стоит 10 тысяч рублей в детском мире. Это прям вот цена равно качеству, как бы. Мне все нравится, вот. Если бы она стоила 20 тысяч, конечно, я думаю, мы бы ее не взяли за 20. А за 10 прям, мне, да, мне нравится. Еще, кстати, мне не нравятся вот эти ремни. То, что они какие-то у нас слабые, что ли, не знаю. Ну, короче, какие-то ремни бесячие. У нас нормальные ремни, наоборот, мне нравятся. Короче, у нас здание расходится вообще мнение абсолютно. Вот если тебя послушать и меня, у нас как будто абсолютно две разные коляски. Не знаю, что-то с ремнями мне не нравится. Я не могу понять, что. Вот они какие-то вот... Какие-то они не очень прикольные. Так что вот. Мы приехали опять на нашу любимую качель в парк. Сегодня она свободна, обычно на нее очередь, потому что она здесь одна такая. Вот это для малышей, а вот это уже для детей постарше. Прикольно, на самом деле, что думают о безопасности. И знаете, что я поняла? Что у нас этот влог получается какой-то влог распаковок и влог прогулок. Потому что мы в этом влоге что-то так много гуляем, я именно снимаю на улице. И много как-то распаковок получается. После этого момента еще будут распаковки продуктов, вот искусила. И там кое-что я вчера зашла детское купила. Тоже покажу вам. Надеюсь, вам понравится этот влог. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте, пожалуйста. Лиза сегодня такая спокойная, умиротворенная, улыбается. Ну вообще, ну просто прелесть. Хотя дома, знаете, как орала, когда мы ее одевали. Она вообще ненавидит одеваться на прогулку. Я даже уже не знаю, что делать. Мы одеваемся, наверное, минут 40. Пока носки, потом походит, побродит. Потом штаны, водолазку. Зато это не травмирующее одевание. Она почти не плачет, если ее так одевать. А если подряд, то все. Обеспечена истерика, вся вот красная будет, потная. Поэтому у нас одевает дочь Даня. Потому что я, если сяду одевать, я не могу так долго ждать. Я ее просто возьму и одену за раз. Она будет у меня орать, вырываться, но я ее одену быстренько за 5 минут, и мы выйдем. А если ее одевает Даня, то это просто минут 30-40. Потому что я говорю, пока одно, потом поход, пока второе. Ну, как и обещала, распаковочка из вкусвилла. Взяли вот такую форель, 5 кусочков. По-моему, цена была 950 рублей, что-то такое. Взяла сегодня на ужин форель и взяла вот такую вот смесь. Взяла ее, потому что здесь был рис. Еще увидела вот такую клубничку. Вроде как она красивенькая такая. Не знаю, на вкус, правда, как. Стоила, по-моему, 250 рублей. Вот, взяла специально, чтобы дать попробовать Лизе, потому что Лиза ягодки еще не ела. У нас прикорм как раз начался осенью, по-моему. Ну да, где-то так, осенью, в сентябре, в октябре. И ягод уже, к сожалению, не было. Взяла себе такой йогурт. Я все хотела дойти до «Люди любят», потому что там есть йогурт с гранолой. С гранолой? С гранолой? С гранолой. С гранолой. Такой, я не знаю, я еще не пробовала его, все время хотела попробовать. Мы, к сожалению, не дошли до «Люди любят», поэтому взяла вот такой вот голубика-ежевика. С гранолой и изюмом. И творожную запеканку. Я вообще обожаю творожную запеканку. Но во вкусвилле еще, кстати, не брала. Попробуем. Ну и вот такая вот у нас распаковочка получилась. Ну и последняя распаковочка, и будем уже заканчивать с вами этот влог. Я во влоге говорила, что мы ходили Лизе за зубной щеткой. Купили ей вот такую вот щетку от фирмы Лакалют. Не знаю вообще, понравится она нам или нет. В принципе, мы меняем щетки Лизе примерно раз в месяц, раз в полтора. Поэтому, если нам не понравится, то, в принципе, не страшно. Все равно через месяц поменяем. В этом же детском магазине, вот у меня, мы взяли такую вот книжечку для занятий с Лизой. Написано 1-2 года. Но мне кажется, что в годик... Вот сейчас, именно в таком возрасте, как сейчас Лиза, ей пока что еще рановато. Может быть, через пару месяцев Лизе понравится эта книжечка. И такая вот она красочная. Мне понравилось, что здесь вот такие вот наклеечки. Сейчас вам покажу. Вот. Типа собачка, там мышка, кошечка, цветочки, бабочки. Ну, надеюсь, что ей понравится. В любом случае, я как раз-таки хотела какие-то вот такие вот задания, потому что Лиза у меня любит сидеть за столом, она очень любит рисовать, поэтому еще тоже хочу на днях сходить, наверное, в следующем влоге покажу. На днях хочу сходить купить ей какие-то фломастеры, какие-то карандаши, потому что у нас
На столе на ее раскраски есть и краски, но вот фломастеров и карандашей каких-то цветных нет, только ручки. Поэтому она просто берет раскраску и рисует ручкой. Вот, надо сходить уже купить. А, вот, и, кстати, мыльные пузыри тоже я купила. Хочу еще на Валберсе заказать пистолетик, который производит эти мыльные пузыри. И пока что купила вот такой вот, вот такие вот самые обычные мыльные пузыри. Блин, представляете, я только что записала уже до конца распаковку и смотрю, что у меня, оказывается, закончилась память. Поэтому записываем дальше. Просто сказала это для того, чтобы, мне кажется, чуть ракурс поменялся. Так, заказала вот такой вот набор в песочницу. Забрала с Валберса. Вот такой цвет, прям мне так понравился. Вообще такой зеленый, серый и какой-то серо-голубо-зеленый, не знаю, что за цвет такой. Так что будем скоро с Лизой играть в песочнице. И последнее, взяла вот такие кроссовочки себе. Точнее, это не кроссовочки, это называется слепоны. Правда, они со шнуровкой. Мне Даня сказала, что слепоны без шнуровки. Я вообще никогда в жизни не покупала себе такие кроссовки. Точнее, слепоны. Но в этот раз решила заказать. Они стоили всего лишь 700 рублей. Взяла себе на лето. Видите, какие они классные. Смотрите, какая подошва. Вообще, вот так вот смотришь на них, и вроде как такая какая-то деревянная, что ли, подошва кажется. А вот... Нифига, прям вообще, такие прикольные. И самый прикол, что когда я их одела, я как будто бы в тапочках. Представляете, вот они настолько прям какие-то мягкие, удобные. Мне вообще, на самом деле, очень сложно подобрать себе обувь. Я не знаю, почему, но у меня какая-то, может, нога не такая. Или просто вот... Но все вообще, практически все мои кроссовки, которые себе покупаю, причем они дорогие, то есть они не 2000 стоят, не 500 рублей, как вот эти вот 700 рублей. Там по 8000 кроссовки, вот в них вроде как удобно, но когда долго ходишь, нога очень прям устает и уже вообще некомфортно, где-то начинают мозолить, еще что-то. И вообще все обувь, которую себе покупаю, то есть там кроссовки, какие-то ботинки, на лето какие-то босоножки, я прям очень долго выбираю. Мне почему-то очень сложно найти именно ту самую удобную обувь. Тем более сейчас Лиза мне начала ходить, и я начала еще больше во всем этом разбираться, так сказать, что малышам лучше босоногая обувь нужна, то есть когда пальцы не вот так вот, да, друг на друга, и даже не вот так вот, а вот именно, чтобы они были вот так, ну, как бы свободно. Ну, я думаю, вы знаете, что я вам объясняю. Взяла себе вот такие вот попробовать. Пока что подошва мне очень нравится, я их хотела, и как в тапочках, они вообще очень удобные. Пока что я в них ходила только, конечно, дома, но мне прям очень понравилось. Взяла вот такой цвет, такие вот кроссовочки. Такой вот цвет молочный, все как я люблю. И, кстати, размер 38. Если вам нужна ссылка, обязательно пишите мне в комментариях, я вам ее скину. Мне кажется, что они будут прикольные. Я просто взяла на лето, чтобы ходить там с Лизой гулять. Ну, на такие долгие какие-то прогулки. Ну и вот такая вот у нас с вами получилась распаковочка, такой получился влог. И будем заканчивать его уже с вами. Спасибо всем, кто досмотрел этот влог до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующем новом влоге на следующей неделе. Всем пока-пока. Надеюсь, записалось видео.